28 апреля встречу участников Великой Отечественной войны организовал Центр социального обслуживания населения. Глава Солнечногорского района Владимир Нестеров поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы, а учащиеся школ номер 5 и 21 подготовили для них небольшой концерт. Они читали стихи, танцевали, пели песни о войне. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ветераны с удовольствием подпевали знакомые песни, а после концерта их ждал праздничный обед.